Ну что ж, друзья, сегодня на момент записи видео 19 число, до 20 числа у вас есть возможность прикрепить биржу на ту, которую монеты ваши полетят, и уже после 20 числа, начиная с этого дня, вы не сможете тапать вашего хомячка, поэтому советую вам сегодня-завтра быстренько все максимально прокачать и уже приступать к тому, что вы будете принимать это на биржу. 26 числа вы уже сможете получить ваши монеты. Выбор за вами, вы их продаете сразу или подождете, пока скакнет монеточка. Я, наверное, половину сделаю так, что выведу сразу, а половину подожду прирост и сделаю. Давайте мы с вами посмотрим, как можно это все дело прикрепить, как выбрать биржу, как это все зарегать и, в принципе, остальное. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Сейчас я вам наглядно буду показывать, как мы заходим на нашу биржу, именно в раздел, за который мы будем крепить. В данный момент до 21 числа вы можете ее открепить, но желательно до 20 вы должны все это сделать. То есть сейчас можно нажать Reset и уже выбирать, какую биржу вы получите туда ваши средства. Вот. Поэтому, как добавить, вы просто выбираете, давайте я вам покажу на примере Binance, переходите в Binance, нажимаете просто «Ввести средства», и у вас выпадает такой вот QR-кодик, и вы по нему можете перейти. То есть первая строка, вы копируете адрес, в первую строку крепите, вторая строка – мемо-код, который тоже должны закрепить. Все, скопировали, вставили, подтвердили, идет синхронизация, и все, это то, что по бирже. Это касается Binance, Bybit, там еще какие-то и так далее. Что с тонкипером намного проще, в принципе то же самое. Вы нажимаете закрепить по тонкиперу, вас перекидывает, туда вы синхронизируете, точно так же все это копируется, вставляется, и вы просто ждете вашу монету. По Telegram кошелькам не советую, могут быть задержки, как это было с Тоном, с Доксом там, и так далее. Это уже принимать решение как бы вам, за вами. Вот. Не знаю, по ключам, по скинам будет это сейчас, как видели, сейчас выскочил какой-то первый сезон, будет второй сезон, что это, к чему это будет смешно, конечно, если они не зачтут это сейчас. Так вот, и еще хочу объявить тех ребят, которые мне писали под прошлым видео, то что там, да, такая смешная цена, смотрите, я высчитал по своему прибыли, я по 9 миллионов, сейчас вы можете увидеть скриншот первый, это тот, который, если 9 миллионов перевести на Bybit, то есть вы видите красным, это цена, та, которая в BNB переходит по этому курсу. И то, что я вывел в USDT, зеленым, сами видите. Точно то же самое по Binance. То есть цена, конечно, разнится, она то падает, то скачет. Я это делал буквально 3 или 4 дня назад, точно вам не скажу. Вот, то есть вот такая вот будет цена. Я с этими ребятами, вот комментарии можете увидеть, скриншоты поприлепляю. Забился, если будет та цена, как я высчитал, то с вас, ребятки, по 100 баксов. Ну, вы там промолчали, я каждому из вас написал, но вы все тихонечко пальчик в жопку и промолчали. Ну, это уже такое дело. Поэтому, как говорится, будем поглядеть, что оно нам даст и покажет. Если будут какие-то вопросы, пишите. Все, в принципе, я закреплю в описании под видео, вы сможете почитать, ознакомиться. Переходите в мой телеграмчик в описании под видео, в закрепленном комментарии точно так же будет. Я буду туда какие-то скриншотики выкидывать, делиться своими мыслями, советами и так далее. На этом все. Всем удачки. Да, надеюсь, все от этого заработают. Дальше больше, скоро увидимся.